Да, слушай, я не ожидал. Нет, но это так великолепный это... инструмент, я недаром вам сказала. Изумительный, спасибо вам огромное. Это совсем другая история. Но будем считать, что мы уже случайно как бы все начали. Я на самом деле, когда закончил учиться в Лондоне, то само случилось с участием публики вместо просто концертов, получились такие актерские программы, я назвал их «Музыкальный Олимп», где я как раз рассказывал именно об этой эпохе, в которую я был влюблен, соединив, так сказать, начало 21 века и 19-20. Вот такой салон аристократик, как раз, где начинали блистать и Шаляпин, и Рахманинов, и Горовец в Париже, и в Гамбурге, и потом в Нью-Йорке, и так далее. Вот эта вся атмосфера, и вот именно такие программы я и делал. Я, собственно, и в Москву домой приехал, чтобы это все делать. И сейчас я сыграю свою собственную обработку, такой в стиле Листа, скромные песни Мендельсона «Без слов» есть одна, но она не очень похожа на оригинал, и это, мне кажется, может быть интересно.